Такое количество представительниц прекрасного пола в одном зале можно увидеть разве что накануне 8 марта. Сегодня в Гродненском областном драматическом театре поздравили женщин с грядущим праздником. Издавна знали, именно женщина дарует новую жизнь, наполняет ее глубоким смыслом и любовью. Своими золотыми руками она создает семейный уют, а упорством и талантом добивается успехов практически во всех областях жизни. И все же кто она, современная женщина? Женщина в современном обществе, мне кажется, это все. Во-первых, женщина – это мир, женщина – это порядок, женщина – это любовь, женщина – это надежность. Мне кажется, все в этом мире идет от женщины. Их трудно назвать слабым полом. Женщины работают во всех сферах и отраслях. Без них нельзя представить сельское хозяйство и промышленность. Немало их и в органах власти Гродненской области. И все же мужчины в этот день благодарили женщин не только за их профессиональное достижение, но и за красоту, доброту и обаяние. Профессиональная деятельность нашим женщинам к радости не является препятствием для того, чтобы просто оставаться женщиной. И уметь создавать уют в своих семьях, и нести большую общественную нагрузку, воспитывать подрастающее поколение, но и поддерживать те истинные семейные ценности, традиционные, которые являются основой любой семьи. Поздравления и подарки на сцене сменяли музыкальные номера, но все они посвящены женщинам и приближающемуся весеннему празднику. Катерина Котина, Сергей Печерица, новости Гродно+.